благодарю за это интервью наставника пензенского дизеля Андрея Никишева. Ну, а мы смотрим самые вкусные моменты матча. Первая шайба в нашей встрече. Ее автором становится нападающий гостей. Забрасывали сегодня, впрочем, только они. Владислав Воробьев, который пару сезонов назад выходил в форме Рубина. Но сейчас защищает цвета клуба из Черноземья. Вторая шайба оказывается на счету Александра Тарасова. В большинстве гости свое преимущество развивают. Счет становится таким образом 2-0. И это уже на тот момент была очень серьезная заявка на победу. Ну и третья шайба. Все в том же первом периоде она происходит. Давид Думбадзе вот таким вот образом сыграл на добивание. С мясом, что называется, эту шайбу заносит. И доводит цифры на табло до крупного. Моменты второй 20-минутки. Андрей Кузьмин мог довести преимущество своей команды уж совсем до неприличного. Благо, очень легко влился в игру и быстро, что не менее важно, запасной голкипер сибиряков Алексей Береснев, который в ряде эпизодов по-настоящему выручил, а где-то выручали и его подруги Штангин, Перекладины, которые несколько раз по ходу встречи тюменцам на выручку приходили. А вот случались даже такие эпизоды, когда все-таки отдадим должное, сибиряки костьми под шайбу ложились и не давали ей пересечь красную линию. Но в своих атаках Альберт Загидулин и Александр Закиров, по крайней мере, бросали по воротам. Но желанной цели эти выстрелы не приносили, не достигали. И как итог, Дмитрий Шикин сумел второй сухарь подряд на свой счет записать. И тем самым, наверное, становится он лучшим голкипером лиги. Смотрю я на статистику. 2 шайбы в 3 матчах Шикин пропустил. До этого лучшим голкипером был Ильяс Гафиулин из-за Уралия, у которого коэффициент надежности был не равен 1. Ну а сейчас у нас новый человек на эту должность.